В новый сезон главный волейбольный клуб республики вступает в обновленном составе и с новым названием. Отныне команда, которую мы знали под именем «Саранскабель Мордовия», будет именоваться «Оптик-Энерго Мордовия Шор». Что касается состава, то идет обычная предсезонная селекционная работа. Команду покинули три игрока, которые в силу возраста и занятости не могли уделять много времени тренировочному процессу. Зато коллектив пополнили воспитанники Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. Получили место в составе прошлогодние дублеры, плюс приехали на просмотр иногородние игроки, которые смогут усилить состав. Мы пробуем сейчас вот Мамедова Георгия, связующего. Он играл за Тамбов. Вот. С ним еще посмотрели. Наверное, он будет в команде в этом сезоне. Помимо Георгия Мамедова в составе команды на просмотре находятся игроки волейбольного клуба «Ярославич» Евгений Зименков и Дмитрий Чачин. В межсезонье команда тренировалась не только и не столько в зале, как на свежем воздухе и на песке. Показать, насколько подготовленными саранские волейболисты подошли к старту чемпионата страны, должен был открытый Кубок России Центрального федерального округа среди команд первой лиги. Эти соревнования прошли в Саранске в минувшие выходные. В турнире приняло участие 4 коллектива – из Саранска, Ульяновска, Арзамаса и Костромы. Для них одной из главных целей стало не завоевание трофея, а возможность проверить своих игроков в соревновательной обстановке. Волейболисты «Оптик-Энерго» шанс стать победителями Кубка упустили во второй игровой день, когда уступили в трех партиях «Волжанину-2» из Костромы. Вчера в первой партии 28-30 проиграли Костроме, так вот на тайбреке, и во второй, в третьей уже не смогли это выиграть. Судьба серебряных и бронзовых медалей турнира решалась в последний день соревнований в очном противостоянии волейбольных клубов из Саранска и Арзамаса. Первая партия проходила в равной борьбе. Ни одна из команд не давала сопернику шансов оторваться. И ее судьба решалась на тай-брейке. В итоге спортивный характер, проявленный хозяевами площадки, позволил им одержать победу со счетом 30-28. Второй сет саранские оптики взяли более уверенно 25-19, а третий вовсе оказался для них разминочным 25-15. Вначале было просто немного скованное движение. Нужно было почувствовать игру, разобраться, что к чему, и притереться немного. Ну а дальше, так как успешно закончили две первые партии, пришла уверенность, а соперник, соответственно, немного потух. Победа над Арзамасом принесла команде «Оптик-Энерго Мордовия Шор» серебряные медали турнира. Приятное начало сезона, который совсем скоро продолжит первый тур чемпионата России среди мужских команд первой лиги Центрального федерального округа. В этих соревнованиях примет участие 10 коллективов, поделенных на две подгруппы. На предварительной стадии соперниками наших волейболистов будут команды из Белгорода, Саратова, Ростова и Тулы. Первый тур пройдет в Саранске с 15 по 17 октября. Анастасия Мишкина, Павел Толобаев, программа «Наш спорт».